знали многие, ведь грузинскую армию долго готовили к этому западные партнеры. В июле в Тбилиси прибыла госсекретарь США Кондолиза Райс. Видимо, для окончательного согласования деталей операции «Чистое поле». 15 июля начались совместные американо-грузинские военные маневры. В учениях «Прямой ответ 2008» в окрестностях Тбилиси были задействованы до 1000 американцев. Но после окончания военной игры грузинский лидер не отдал приказа войскам вернуться в казармы, а направил их в сторону Южной Осетии. Через 23 дня началась война. Мы должны признать, что не только Грузия совершила агрессию. Агрессию совершила коалиция западных, прежде всего, государств, которая вот подготовила армию грузинскую, натаскала как бы вот на эту, по крайней мере, одну операцию, поставила совершенно современное и более эффективное, чем у российских вооруженных сил, оружие, аппаратуру. Саакашвили не посмел бы пальцем шевельнуть, если бы даже там американский посол в Тбилиси не позволил бы это сделать. Или был бы звонок там из Госдепа США, что вы не втягиваетесь в эту авантюру. Пекин, 8 августа 2008 года. В Пекин уже съехались мировые лидеры, чтобы руку плескать празднику мира и спорта. Собирался туда и Саакашвили, но его отсутствие на официальной церемонии почему-то никто не заметил. Все были поглощены затейливым пышным спектаклем. В эти часы грузинский президент нервничал. Операция «Чистое поле» вот-вот должна начаться, а отмашки от западных партнеров нет. Разведки ведущих западных держав и в первую очередь США точно рассчитали время нанесения удара по Цхинвалу. Учли, кажется, все, даже самые мелкие детали. Был избран удивительно подходящий момент, когда председатель правительства на Олимпиаде, президент в рабочем отпуску, начальник генерального штаба только что вот пришел осваиваться с должностью, а его правая рука, начальник главного оперативного управления, вот, освобожден от занимаемой должности. Прибывший на церемонию открытия Олимпийских игр президент Буш пребывал в хорошем настроении. Он, видимо, уже получил сообщение из Тбилиси об успешном ходе операции «Чистое поле». Когда российский премьер сообщил ему о чудовищных разрушениях Цхинвала и заявил о том, что Россия не оставит безнаказанными действия Грузии, Буш сделал вид, что ничего не понял. В этот же самый момент подразделения 58-й армии с марша вступали в бой с превосходящими силами противника. Южная Осетия, город Цхинвал, 8 августа 2008 года. Сегодня была предпринята очередная попытка штурма города Цхинвал, когда большая группа танков и пехоты прорвалась на окраине Цхинвала. Были уличные бои, в результате которых 20 грузин были взяты в плен, 8 единиц бронетехники были подорваны, а вся пехота была рассеяна по городу. Российские войска и авиация получили приказ подавить огневые точки противника. Произошло это почти на вторые сутки. Все это время грузинские грады, артиллерия и танки безнаказанно расстреливали российских миротворцев и жителей Цхинвала. Быть может, военные ждали политического решения или особого приказа из Москвы. Как бы то ни было, к вечеру 8 августа Минобороны заявила, что силами 58-й армии огневые точки противника подавлены. Напомним, позиции расчетов грузинской артиллерии были специально размещены вблизи населенных пунктов, чтобы обезопасить себя от контрударов. А когда ответ последовал, Россию обвинили в бомбардировке мирных населенных пунктов в Грузии. Цхинвал, январь 1991-го. Грузинский президент Звиад Гамсахурдия в январе 91 года уже пытался провести в Южной Осетии карательную операцию. За 2 года до этих событий в Южной Осетии состоялся референдум,
95% населения республики проголосовало за то, чтобы остаться в составе СССР. Грузия оценила это как отторжение части своей территории. И Гамсахурдия просто упразднил республику Южная Осетия. С тех пор для всех президентов Грузии сохранение целостности страны стало главным пропагандистским коньком. Заметим, после распада СССР независимая Грузия хотела сохранить свою территорию именно в советских границах и меньше всего задумывалась об интересах и даже выживании малых народов, испокон веков живших на этой территории. То, что творилось тогда вокруг Южной Осетии, достоянием гласности не стало. Руководство страны было озабочено другими проблемами. Слова академика Сахарова о том, что малые народы в беде, так и не были тогда услышаны в Кремле. Административного подчинения. Они на протяжении десятилетий подвергались национальному угнетению. Я пропускаю очень многое. Все, ваше время. Заберите свою речь, пожалуйста. Северная Осетия, Владикавказ, 10 августа 2008 года. В 91-м году Нанули Гагиева потеряла всю свою семью. Теперь ей уже ничего не страшно, потому что нет страшнее той жизни, которая почти ежедневно возвращается к ней в жутких снах. Тогда, 17 лет назад, жертвами антиосетинской резни стали два ее брата. Они оказались среди тех, кого бандиты в форме грузинской милиции ссадили с автобуса и без объяснений повели на казнь. Забрали двоих моих братьев, 12 их было всех, облили всех бензином и вот так заживо похоронили. Несколько лет мы не могли их найти. Потом, через некоторое время, они признались в том, что сделали. Мы нашли только кости. Младшего узнали по ботинкам. Когда отец узнал о гибели сыновей, он умер от разрыва сердца. А после его похорон мать разбил паралич. Вскоре и она ушла из жизни. Съемки 1991 года. Так хоронили своих близких эти несчастные люди. Но предложите нас какому-нибудь государству. Предложите, может, тебе воспитать хочет какое-нибудь государство рабов. Пожалуйста, пусть забирают будущих рабов тебе. Жалко же юношу, что он должен погибнуть из-за того, что он осетин. Мы погибнем все. Когда мы тогда кричали, что гамсахурдиевская политика, националистическая, фашистская идеология, никто не верил. И, может быть, Запад спокойно посмеивался над нами, что как это можно борца за права человека считать носителем такой идеологии. На самом деле, все это подтвердилось. Когда преступление остается безнаказанным, оно имеет свойство повторяться. И вот это произошло с нашим народом, к сожалению. «Грузия для грузин». Этот лозунг, брошенный тогда Гамсахурдия, оправдывал многие злодейства. Это уже третья война. Первая, в 91-м году, у меня маму убили грузины. Цхинвал она ехала, ее по дороге, ее жестоко ее убили. Просто словами это не передать. Горло ей перерезали, спалили ее дотла. А вторая война сделала так, что я с мужем разошлась. Дети там, в Грузии, я сама здесь. Это было в 2004 году. А вот сейчас третья война. Убили мою подругу, не подругу, а соседку мою, убили 22 года ей. Убили моего друга Жорика. Конечно, больно все это. Я не знаю, кто за эти слезы будет отвечать. Южная Осетия, селение Джава, 9 августа 2008 года. В Джаву всеми правдами и неправдами пытаются проникнуть добровольцы. Большинство из них только что перебралось сюда из Северной Осетии и других регионов России. И они безоружны. Оружие им пока не дают. Амуницию многие покупали на свои деньги. А самые отчаянные за автомат Калашникова предлагали даже свои новенькие «Жигули». Тем временем за горными хребтами нарастает артиллерийская канонада. Грузинская артиллерия снова начала обстрел Цхинвала. Дорога из Джавы в Цхинвал. За рулем Алан, один из командиров ополченцев. Сегодня утром, выезжая из города, он нарвался на засаду, и его автомобиль был обстрелян. Пули, по счастью, прошли мимо, но заднее сиденье автомобиля в крови. Алан вместе с товарищем вывозил с передовой раненых.